Долгожданная посылка. Я ее так ждала. Чего ты так радуешься? Я ее так ждала из Дагестана. Видите, Республика Дагестан. Мне здесь две девочки. Одна моя подписчица. Бенга, Абри. Одна моя подписчица. Абриту. Моя подписчица Руманя там что-то хотела передать мне. И другая Ася тоже что-то передать мне еще хотела. Ребята, этот портрет она сделала еще давно. Это не на день рождения мне портрет. Этот, мне понравился ее подарок. Мне понравился, ребята. Очень даже понравился. Яся, я тебя поддерживаю. Не обращай внимания ни на что. Мне понравился. У каждого вкус и цвет, товарищи. Здесь надеюсь, что мои занавески. Очень на это надеюсь, что здесь мои занавески, ребята. Так что Ада меня сегодня обратно подвел. Сказал, что придет мне делать скайп. 3 часа, и Стеван за ним поехал. И он... Ну, короче, ладно, ерунда. Это Ася, да. Дагестан Республика, ребята. Моя родина. Так что огроменная посылка. Смотрите, какая здоровая. Ася, ты больше коробку не нашла? Огромное тебе спасибо, моя дорогая. Это таких... О, молодец, как хорошо завернула. Моя какая-то она не выдерживает. Смотрите ее руки. Вот так. Честное слово, знаешь, что там только одни занавески. Так, сейчас. Давай потихонечку. Ты не сможешь. Коха, кучи ее отравись. Так, сейчас посмотрю мои. Умираю, хочу увидеть занавески, ребята. Все идет по плану. Все идет по плану, ребята. Вау. Вау. Супер вау. Супер вау, говорит Эстеван. Ребята, мои занавески. А это ваше диферент. Это пара ка. Это пара два. Дай ла ульта. Митас инсиану кулю. Ой, какие красивые. Ой, какие красивые занавески, ребята. Смотрите, цветочками. Как я хотела. Так, смотрите, жемчугом, цветочками. В моей спальне будет шикарно. Fíjate, allí es de otra manera. Sí, la hacen como. De otra manera. Nosotros es una cosa así y aquí tú metes la barra. Sí, ahí también, la barra. No, no tiene para eso. Aquí. Dame, yo te lo enseño. Opción de. Esto puedes meter la barra aquí. Vale, pero, sí. Pero en España van como unas cosas que hace así, sí, como ya, ya. Macho. Y no, yo creía que era esta tela. No. Вот так теперь. Так, ahora, доблалю. Но он лаврис оси, дехалю ай. Доблалю. А это вторая часть занавески. Так, сейчас они сложат. Это наоборот. Они велюровые. Посмотрите, низ какой шикарный, ребята. Это color que tú querías, ¿no? Sí, sí. Короче, шикарные, ребята, занавески. Кому нужно, я дам WhatsApp этой девчонке, которую мне сделала. Все, я потом вам покажу уже в повешенном виде, конечно. Потому что так все равно их... Ой, я даже, мне даже не верится, что у меня уже занавески есть. На них еще камушки. Сейчас я тюль вам покажу. Сейчас тюль вам покажу. Подожди, ты сейчас откроешь так сильно, Кайтаночка. Потом нужно будет... Лева висио, ¿no? Sí, висио. Ahora enseño a висио. Entonces tienes que colocar los barras. Claro. Yo pensaba que no. Вау, какая тюль. Вай, 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 вай. Это Махачкала. Смотрите, какая тюль. Смотрите, с такими же розочками. Вай, какая тюль. Он говорит, похоже на свадебный. Говорит, этот. Смотрите, здесь тоже велюр. Короче, и он говорит, когда ты замуж будешь выходить, мы тебе из него платье шьем. Сия. Я потом вам закрытом этот, потом же это все складывать надо. Да, очень молодец, Ася, спасибо тебе, дорогая. Вы представляете, какую она работу сделала?
Это что? Это она. А, это, наверное, документы, да? Да, документы. Ой, она должна была еще это все подписывать, делать, ребята. Кошмар какой. Я потом посмотрю, что это. Да, это декларация, короче, на то, что она товар отправила. Какой кошмар. Так, теперь это открывай. Так. А, это, наверное, это, давай. Это приправа, наверное. Это приправа. Это молотый, вот видите, да, перец. Это специя, чтобы я могла делать этот. Это калмук чай, наверное, который я хотела. О, калмук чай. Кабусалагусин. Огромное спасибо. Какая молодец, Руманят. Спасибо огромное, Руманят. Клянусь, от души спасибо. Кабусалагусин. Вау, это то, что я хотела. Тюрку, Руманят, какая ты красотка. Это калмук чай тоже. Это такой калмук чай. Это ты. Куда ты то? Он говорит, си, это пара сыртей. Метр ла больше. Ой, она целует этот. Ты прям целует этот мне отправила. Смотрите. Да, вы засунь туда. Ага. Он говорит, похоже, говорит, на кирпич. Так, здесь еще что-то есть. Сколько подарков, ребята. Ой, огромное спасибо. О, какой чаваку. Вау! Кале, я хочу одно. Обезьянка или нет? Конечно, обезьянка, не видишь. Обезьянка? Это обезьянка? Да. Алло? Ты знаешь, что это обезьянка? Sí, monito, que te crió. Спасибо. Счастливая? Я покажу. Смотрите, у нее еще другая есть обезьянка. Это, я imagino, que lo echaré ahí, ¿verdad? Ой, смотрите, какая красивая обезьяна. Огромное спасибо, моя дорогая, моя любимая. Девочки, спасибо огромное. Обрадовали вы меня, моего ребенка. Большое-большое спасибо. Моя девочка как раз ждала. Говорит, когда придут, говорит, занавески. Ой, за терку спасибо. Кабуса да кабусун. Честное слово. Надеюсь, что она... И надеюсь, что я смогу с ней. И надеюсь, что она хорошая. А то я купила одну... Короче, говно. Видите, да, здесь можно вот все вот это делать. Резать, шелковать. Вот я очень хотела делать корейскую этот. Видите, капуста по-корейски, салаты. Короче, все можно в ней делать. Огромное-огромное спасибо, ребята. Честное слово, меня в душе порадовали. Калмук чай теперь могу пить, когда хочу, сколько хочу. А то я все время экономила. Мне другая еще из Германии тоже отправила вот такую эту заварку, да? Огромное спасибо. А это для корейской это моркови. Приправа. Специи. Для корейской моркови. Сделаю корейскую морковь на мукбанг. Вау. Короче, ребята, довольная. Занавески пришли. Какая я довольная. Адам, как всегда, меня подвел. Зараза, не пришел. Спасибо. Столько я ждала. Скажи давай, Кайтаночка. Спасибо. Мне, говорит, дай моя обезьяна. На. Спасибо. Я буду спать. С обезьянкой будешь спать? Теперь она будет спать с обезьянкой. Это моя подруга. Это теперь твоя подруга? Большое спасибо, что вы так моего ребенка обрадовали. Мне очень приятно. Очень приятно. Занавески шикарные. Повешу и вам потом покажу.